Добрый день, уважаемые друзья! Вы на моих каналах Мастер Газолин, сам себе бензомастер. Сейчас я вам хочу рассказать про типы стартеров для бензотриммеров, бензокос, как вы их называете, без разницы. С поршневой 40-й, либо 44-й поршневой. То есть, какие бывают стартера? Стартера бывают нескольких видов. Вот основные виды этих стартеров. То есть, стартер с усиками, где усики выходят, скажем так, поднимаются наверх и вступают в зацепление с ответной частью. Такой тип стартера может. Стартер бабочка, так называемый. Стартер в виде бабочки. Для такой косы может быть еще подходит стартер легкий старт, так называемый. Чем отличается он от бабочки? Вот в этих бабочка, такой стартер и такой стартер, стоит одна пружина, которая находится внизу. В этом стартере находятся две пружины. Он может быть такой конструкции, он может быть немножко другой, с двумя пружинами, так называемый легкий старт. То есть в тот момент, когда вы тянете, одна пружина входит в зацепление, вот это, вернее, крыльчатка входит в зацепление, под ней находится пружина, и этот стартер самостоятельно проворачивает, его дергать не надо, его надо просто тянуть. Вот эти все стартера, их надо правильно заводить, то есть взять в зацепление с ответной частью и потом резко дернуть. То есть вот эти три стартера, они заводятся именно так. Этот стартер дергать не надо, его просто надо тянуть. Вот такие есть основные виды конструкции. Прежде чем покупать стартер, лучше всего, если у вас поломался стартер и его нельзя отремонтировать, как я показывал там в предыдущих видео, я буду еще показывать по разным типам дальше, как ремонтировать. Если его не получается ремонтировать, то я вам советую, чтобы не купить не ту конструкцию стартера, снять стартер и на рынок, либо в магазин, который занимается запчастями, по образцу подобрать стартер. Еще раз говорю, что вот такой и такой можно ставить на косу. То есть, если у вас стоял такой стартер, вы можете поставить легкий старт. И наоборот. То есть, если нету легкого старта там, где на точке продажи, можете купить вот такой и поставить. Он тоже будет на работу. Просто отличие от того, что здесь надо дергать, здесь надо тянуть. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на каналы YouTube.